Доброе утро, дорогие друзья! Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. А что это у меня такая за ерунда? А, отстаньте. Отстаньте. Вот, вот мое. Опять это. Слушайте, я что-то не понимаю в своем экране. Так, что сегодня? Суббота, 5 декабря, 9:27. Вот такое пасмурное утро. Наверняка у Саши оно более яркое. Сегодня Мариночка уезжает в Ейск. И мы договорились, что проведем пару часиков вместе. Попрощаемся. А мне повод куда-то выехать, пошевелиться немножко, развеяться. Ой, автобус. Ну что такое? Как жаль. Теперь следующего долго ждать, наверное. Я даже не знаю, в это время еще и в Ломоносов едет автобус. Поэтому сейчас начну ему махать, а он ломоносовский. Мой автобус. Помахала, перебежала. Нет, не взял меня. Ну ладно, хорошо, что я никуда не опаздываю. Буду выращивать дзен, терпение. Хорошее утречко такое. Ребенок похож на индийца. Бегом, бегом, бегом. Так. Площадь Восстания, Московский вокзал. Поэтому просто по привычке смотрю, сколько ламп. Когда на спор, оно как-то веселее, азартнее. Вроде как ты выиграл что-то. Ну что, тут меня должны ждать девочки. Мои припевочки. Надеюсь. Когда-нибудь я должна приходить позже. Господи, неужели дождь? Действительно дождь. Никто меня не ждет. Полковнику никто не пишет. Полковника никто не ждет. Пойду их в Пирожковую ждать. Вот сюда зайду. Смотрите, как красиво уже украшено. Господи, как красиво. Надо ходить по... Ай, они меня тоже в Пирожковой ждали. Вы в Пирожковой прятались. Ой, вообще, конечно, гидромедцентр. Я ему дизлайк ставлю. Гидромедцентру, вот гидромедцентр, если вы меня видите. Потому что они дождя не обещали. Что это такое? А вы знаете, что так смотришь, сколько сейчас времени? Вот если не знать. Ну, я бы сказала, 5 вечера. Вот можно и 5, и 8 утра, да. Как хочешь. А сейчас 11 утра. 11. Слушайте, девчонки, какая красота-то. Может, ты и не поедешь домой? Оставайся до Нового года. А где чемоданы? Сумочку отнесли, чтобы с ним не гулять на... Правильно. А в принципе, правильно, да. Останется время на гулянку. Девочки, куда пойдем? В галерею пойдемте посмотрим. Пошли. Там слушайте, попросили. А, я ни разу не была в галерее. Я миллион... Обнять и плакать, да, называется. Идемте там. А ты уже там была? Да, я уже 100 раз была. Да ты что? Ну, пойдем, там хорошо. Я дикая женщина. Там все такое красивое сделать. Новогоднее оформление. Огромные такие шары торчат. Торчат. И это...
там, ну, перед Новым годом обычно какая-то такая ярмарка небольшая, и фотозона. Может, мне наушники купить? Зачем? У вас же есть. У меня есть такие, но я ими не могу. Нет, я еще не умею. Они такие умные, жутко умные. Подожди, я сейчас обычные куплю наушник. Где наушник? Вернемся, все. Хорошо, ага, мы вернемся. Она говорит, какие вам наушники? Я говорю, на Android. Она говорит, а я все равно ничего не понимаю, ждите хозяина. Он вернется. Да. Ну и погодка, конечно, декабрь. Новость вы мне скинули, конечно, бомбическая. Насчет того, что вы скинули новость по поводу того, что авиакомпания «Россия». Давайте в ту сторону пойдем. Пошли. Авиакомпания «Россия» выкупила или получила право на 7 раз в неделю самолет до Дели и Гоа. Из Петербурга. Это очень... Вот из Петербурга это очень важно, потому что прилетишь в Москву, а там раз и отменили опять рейс, да? Да, тут хотя здесь бы хотя бы дойдешь до дома, да и все. Какая елочка. Живая, что ли? Нет. Зарцовые будут ставить. Но все равно, опять же, виз не дают. Для кого эти полеты? Непонятно. Для меня, наверное. Смотрите, голубей кормят. Ну ничего, вот можно как бы и здесь. Да. Хотя все запретили. Того нельзя, этого нельзя. Веселиться нельзя. Больше с каких-то не собираться. Ночным ресторанам не работать. Вот. Держим кулачки, очень хочется. Хотя... Я все равно сплю. Каждый Новый год я сплю. Для меня что есть рестораны, что нет. Но вы же будете отмечать? Спасибо. Автобусный тур. Девочки, куда? Куда можно? Так. Предлагай. Экскурсия по Санкт-Петербургу. Знакомство с Петербургом 1.5-2 часа. Стоит 500-700 рублей. От 500 до 700. Ну, или хорошо. 600, а пенсионерам 700. Хорошо, хорошая. Экскурсии по пригородам, например. Пушкин, Екатеринский дворец, плюс янтарная комната. Это 6 часов, 2 500. Угу. Вот, что тут еще? 800. А сам музей-то включено? Там музей только рупий 800 стоит. Ну, вот все вместе написано. Обязательно с собой брать маску. Мой вокзал. Ага. Уже становится традицией, чтобы Ирочка меня провожает. А мне там написали в комментариях, вот прицепилась к молодежи, бедной молодежи, от вас даже ни отдыху, ни продыху. Я вам целую неделю дала отдыха от меня, с той субботы не виделись. Так что, дорогие друзья, я не мучаю молодежь. Не всегда, частично. Когда отловлю, тогда и мучаю. А какая новость? Какая новость? Где новость? Нет, вы сказали, другая новость. Вот, смотрите, мне нравится такой сити-тур, вот этот автобус. Саши, да, на таком катались? Да, нет, я каталась. А, мы с Сашей в Париже. А здесь я сама несколько раз. Покупаю сразу на 2 дня. Я вот ни разу не была, ну, как бы... Да ты что? Турист, вот, ну, да, там... я тебя обниму и поплачу. Отомщу. Ну, вот как есть. Ничего, надо вот сейчас мы это исправим, потом меня будем катать. Да, 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 да. Пока они не перестали ездить. Вы слышали, вот, да, что у нас общепит закрывают с 30 декабря по 3 января. Злодеи. Да. Но слушайте, это... а где это Дюнорд-то? Вот тут. Вот. А, вон дальше. Господи, я уж думала, и Дюнорд закрылся. А я думала, я столько у вас видео видела. Вы ходили вот в магазин Лотос или как, вот индийских товаров. Ага. Вот, я думала, вы ходили через галерею. Нет, ни разу не заходила. Мне очень нравится Дюнорд. И здесь работает Людмила. Она нас с Натальей Каблуковой приглашала туда. Вот. И с Юлечкой Совой приглашала. И мы как-нибудь тоже сходим. Да, обязательно. Там вкусно. А я вчера покупала уже новогодние подарки для бабули. Купила всяких там конфет, печенюшек, чая, кофе. Ну, вот стандартный такой бабуль. Ты поедешь к бабуле? Ты поедешь к бабуле? Нет, я думаю, я посылку отправлю. И осталось купить, я думаю, какие-то теплые носочки и варежки. Это важно. Новогодний подарок. Да. Молодец. В этом есть какая-то прелесть, да? Да, конечно. Ой, люди куда-то едут. Везет же людям. Ничего, на нашей улице тоже будет праздник. Мы тоже соберем чемодан и поедем в аэропорт. Да.
Мне... Знаете, есть такая история про царя Соломона. Ну, она такая, много у нее версий, но и в то же, что печалит богатых и что облегчает боль бедным и несчастным. Эта фраза «все пройдет, пройдет и это». А, ну да, да, говорят, у него на кольце прямо да. Это было написано. Нам сюда, вот она галерея. Да, вот. И хоть такая шутка, что петербуржцы настолько культурные, что даже шопятся ходят в галерею. Здорово. Ну вот что-то мне вот в последнее время не попадается солнечной погоды. А никому? Мне петербуржцы пишут, вот вы говорите, как всегда пасмурный день, но у нас много-много солнечных дней. Я, видимо, в это время сижу с Дашенькой. Солнечные вот. Дни. Вчера тоже такая же погода была. Я проснулась, я думала, вообще сколько сейчас время? Я работаю последнее время как-то сутками так. Отчеты закрывала. Как будто вечер. Как будто вечер, да. Причем даже непонятно, то ли вечер, то ли будет. Вот он, вход в галерею. Девочки, я не знаю, а сколько ей лет? Вот вы там не погуглите. Потому что я про нее уже, конечно, слышала лет 15, и проезжаем, или 10. Она же очень долго строилась, тут огромный кусок. Проезжаем, проезжаем. Да. Смотрите, смотрите. Статуи в масках. Да. Сейчас я их приближу. Да, точно. Скажи. Сейчас. Галерея. Более 300 магазинов. Так, прекрасно. Так, когда открылась? Построили. Когда построили? Смотрим. 2008-2010 годах строилась. Ага, понятно. Всего 10 лет, грубо говоря. Да. Ну, мне вот одна женщина знакомая говорит, у меня дочка, а женщина не богатая, у меня дочка одевается только в галерее. Это типа такой вот прямо шик. Это она мне сказала как раз лет 10 назад. Это, наверное, было вот прямо что ну, в оперу. Тогда, наверное, да. В оперу какую-нибудь венскую ходим или еще что-то. Вот, сейчас я приближу вот этих вот красавчиков. О, Филипп Киркоров, hello. Галерея открыта и тоже масочка. Надень уже эту маску, написано. Уже, да не сопротивляйся. Ты слушай, это ангел, он с крыльями, а девушка без крыльев. Девушка земная типа, с колосьями, крестьянка, а это ангел. А он свинком. А он свинком, и она свинком. Так, наверное, придется мне загадывать желание, раз первый раз. Первый раз нужно обязательно. Ага, хорошо. Ну, ты знаешь мои желания. Я с вами. Я с вами. И я с вами. Так, присоединяемся. Все с нами. Все хотим туда. Туда. Сначала новогоднюю красоту посмотрим. H&M. Наташин любимый, моей сестры любимый. Вот надо ее хоть сюда, что ли, теперь привезти. А то она все... В жемчужной плазе, да в плазе. Смотрите, какой красивый скелетик. Мистер Скелет. Мистер Скелет. У тебя такая манерная маска. Гламурная. Да, гламурная. У меня опять стиль спортивно-гламурный, как вы сказали. Точно, точно. Ух ты, слушайте. Да. Богато по сравнению с нашей пятерочкой особенно. Я уж туда-сюда, бедные зрители со мной. Типа, хватит, уже пятерки, уже тошнит. Товарищи, я вот вас в дорого-богато теперь приведу. А некоторым нравится. А куда мне деваться? У меня же Дашенька. Когда выходные родители, тогда я и могу уезжать. Зырин-клаппинг, точно. Давайте, девчонки. Все, куда хотите.
А мы на Вектор не поедем? Там же эти ангелы-то поближе. Вот они. Я думаю, что мы сейчас просто зайдем вот так в первый ряд, а потом поднимемся. Угу. А можем зайти, допустим, в какой-нибудь самый-самый... Я хочу самый дорогой. Вот, ну это где-то вот так. Нет, нам нужно, типа, вот, например, вот это. Например, Hugo Boss. Угу. Как вам? Наверное, дорого. Не знаю. В такие моменты хочется разуться. Ты что? Как в Тадж-Махал, наверное. Да, посмотрим сами. Там на нас, по-моему, сейчас эти... целятся продавцы сейчас нам помогать. Ну, смотрите, ну что? Я их боюсь. Давайте настроим, отобьемся. Давайте. Я снимать боюсь, они, наверное, запретят. Ну, давайте рискните. Ну, давай пока отключу, а там посмотрим. Давайте. Почем? Опиум для народа. Сколько? 49 тысяч. 49? Ну, красиво. Для народа. Ой, а я вот такие люблю. Разверни мне ее. Слушай, ну прямо мой любимый этот фасончик. Это же мой размер, помните? И мой любимый размер, и мой любимый фасон. Сколько стоит? Всего лишь 27 500, Ирина. 27 500. Пошла собирать. Объявляйте сбор на канале. 49. 48? 49. Угу. А костюмчики почем? Ну это все твой размер. Один, да, но не мои деньги. Так, ну просто пуховичок. Сколько? Просто пуховичок тоже 49. Это самая популярная цена. 50 тысяч. Mm-hmm. Средняя цена, средний ценник. Как у тебя, Мариночка? Ты тут не поиздержалась в Питере-то? Купила что-нибудь за 49? Нет, я ходила на витрины, смотрела. Вот всего лишь 65 тысяч. 65. Вот пройдет человек, я подумаю, что... 1000, 2, 3. Штанцы. 21 500. Все, девочки, я культурный шок получила. Где здесь круассаны? Сейчас опять напишут. Опять пожрать бы ей. Лапинг зыринг и жрать. Ты хочешь такие? Да. Только я хочу. Сколько стоит? Эти стоят 33 500, а я себе нашла на особый повод, если как я нашла Манола Бланик за 78. Но у них ты такая, не ищешь легких путей. Ну, раз живем, правильно? Что? Так, а что это? Спереди оно совершенно классическое. Сколько стоит? 70. А вот покажи, что тут необычного. Тут бахрома. Бахрома на рукаве. Рубашечка. Сколько хоть было? На что мне вообще тут может хватить? 22 000. Слушай, я не знаю. Мне кажется, здесь мне ни на что бы не хватило. Ну, пальто 70 000, да. Однако. Однако. Вот, когда меня спрашивали, помните, мне звонили, чтобы, типа, бесплатно сдать кровь на ковид, да, ответьте на вопросы, и потом, что вы можете себе позволить на вашу зарплату? Только еду. Еду и одежду. Еду, одежду, телевизор и холодильник. Так вот, если вот еду и вот такую одежду, то только на еду. Мы с вами можем потом спуститься в азбуку вкуса, и там и на еду тоже, знаете, тоже не вопросы. Хватит. Новогодние уже. Поэтому еду я покупаю в Пятерке. И в Диксе, и в Магните. Ой, вообще такая прелесть. Какие штанишки в таких этих пайеточках. Я смотрю, как видео Саши, и вообще прям по-другому все. Как же все изменилось.